ведь она ни разу не ошиблась, рассказывая о ее дочери. Самочка отлаживает икру. Это самый большой анцеструс. Он самый авторитетный в аквариуме. Абсолютно никого не подпускает. Только что были драки. Вот. Все самцы чувствуют, что происходят, так сказать, роды. Самочка там уже сидит часа два. О, черный анцик пытается залезть, но ничего не получается. На самом деле вообще никого не подпускает. Вот я не успел заснять около 5 минут назад. Вообще двое или трое одновременно окружили, так сказать, гнездо это. И он от троих отбивался. Вот один на подкрадонах. Вот. Он периодически переворачивается, то есть бывает хвостом вовнутрь. И переворачивается ртом кверху. Ну, не знаю, что это там обозначает. Может, просто отдохнуть так хочет. Но на самом деле, очень заботливые, еще раз, вот факт вам, очень заботливые самцы. Потом, когда самочка отложит икру, он, не выплывая ни днем, ни ночью, будет охранять ее, не кушавши. Я уже наблюдал. Бросал корм, вот, ночью вставал, смотрел. То есть бывало так, что ночью свет горел, он вообще ни на минуту не подпускает никого в течение первой недели, он вообще ничего не ест. Такие они заботливые и преданные отцы. Вот. А сейчас покажу вот с прошлого выводка. Вот. Малыши вывелись, карандаши. Которым дал путевку в жизнь вот именно вот этот самец. Вот они, малыши-карандыши, которым чуть больше месяца. Вот, где-то они по сантиметра полтора. За один выводок где-то получается, бывает по-разному. Бывает от 50 до 100. Бывает даже больше 100, но в основном около 70 вот таких вот прекрасных, заботливых будущих отцов и мам. С уважением ко всем любителям аквариумной жизни. До новых встреч!